Уважаемый Алексей Логвинович, уважаемые гости, дорогие друзья, я рад приветствовать вас в солнечном городе Джалалабаде. Сегодняшнее событие – закладка капсулы строительства парка дружбы регионов России и Кыргызстана – является ярким доказательством дружественных отношений между нашими странами и исторических связей двух братских народов. Приятно отметить то, что наше совместное мероприятие, 10-я Кыргызско-Российская межрегиональная конференция, проводится накануне официального визита президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Кыргызскую Республику, и начинается именно церемония закладки капсулы Парка Дружбы регионов Кыргызстана и России. Это еще одно яркое свидетельство поступательного развития кыргызско-российских межрегиональных связей и в целом стратегического партнерства между нашими странами. Регионы Кыргызстана и России имеют высокий потенциал по расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества. С удовлетворением хочу отметить, что Кыргызская Республика поддерживает прочные связи с 81 субъектом Российской Федерации. Заключено более 40 соглашений, в том числе по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарных сферах. Между регионами и городами двух стран действует более 10 соглашений об установлении побратимских связей. И эту динамику мы, несомненно, будем только укреплять и развивать. Уважаемый мэр города Джалалабада Эрнисбек Абджалелевич, дорогие жители и гости, сердечно поздравляю вас с этим знаменательным событием. Благодаря совместной работе наших уполномоченных органов у вас в городе Джалалабаде будет открыт замечательный парк дружбы регионов, который нам сегодня презентовал Артем Эдуардович Новиков. Уверен, что в будущем этот парк станет настоящей жемчужиной города, где гости и горожане будут с удовольствием проводить свое время. Спасибо большое.